Вы смотрите видео об отеле Paradise Village Beach Resort. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Paradise Village Beach Resort расположен в стране Индия в регионе Север Гоа и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. В 40 километрах от аэропорта, в 9 километрах от автобусной остановки на пляже Калангут. Территория гостиницы занимает 20 тысяч квадратных метров. Paradise Village расположен в 41 километре от аэропорта Даболем в Северном Гоа на курорте Калангут, в пешей доступности от одноименного пляжа и различных магазинов, ресторанов, баров, рынков. На территории отеля имеется ресторан, бар, бассейн, интернет-кафе, конференц-зал, аюрведический центр, врач по вызову, салон красоты, прачечная, магазины, обмен валюты, парковка. В номерах есть кондиционер, телевизор, телефон, ванна, фен, мини-бар, сейф, рум-сервис. Номерной фонд отеля состоит из: в отеле 85 номеров, 50 апартментов, 32 studio rooms, 3 beach cottages. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть массажный кабинет, аюрведические процедуры, настольный теннис, бадминтон, мини-гольф, организация экскурсий, водные виды спорта и развлечения на пляже. Для детей есть няня по запросу, песчаный рядом с отелем, на пляже зонтики и шезлонги, платно. Год постройки гостиницы – 1980. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.